OMTV.ua. Про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Привіт і слава Україні! Всіх з началом робочої неділі. І взагалі-то ви обратили, який безумний год. Какое безумное его начало. Россияне сходят с ума, но это как бы не является новостью. И что совсем недавно мы выяснили, что Кремль требует вывести войска НАТО из Румынии и Болгарии. Помним этот письменный ответ Сергея Лаврова на вопрос журналистов. Прекрасно. НАТО, Альянс, Белый дом, США. В общем, все подумали и услышали. Читаем немецкую волну. Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу. Что интересно, сами страны, о которых пойдет сейчас речь, они называют себя Центральной Европой. И очень обижаются, когда их называют Восточной. Потому что мои венгерские друзья говорили: «Ром, ты не обижайся, но Восточная Европа – это вы, а мы Центральная». Но, тем не менее, о немцах это будет видео, поэтому я решил оттолкнуться от текста на немецкой волне. Почему я говорю, что Путин опять всех переиграл? Они заявили о том, что пошли вон из... Нет, не из Казахстана, а из Румынии и Болгарии. И теперь, согласно сообщению Альянса, Дания направит фрегат в Балтийское море и собирается перебросить в Литву 4 истребителя F-16. Ну, для поддержки миссии НАТО по охране воздушного пространства в регионе. Все, как хотел Путин, чтобы НАТО убиралось. Но это еще не все. Испанские корабли присоединятся к группировке военно-морских сил Альянса. Кроме этого, Мадрид рассматривает возможность отправки истребителей в... Внимание, куда? Куда полетят испанские истребители НАТО? В Болгарию. Что-то, кажется, пошло не так, как захотели в Кремле. Франция выразила готовность отправить войска в Румынию под командованием НАТО. Нидерланды в апреле перебросят 2 истребителя F-35 в Болгарию и приводят в готовность корабль и наземные подразделения для сил реагирования. В общем, как-то так получается, что НАТО полностью взбодрилось и, кажется, начало реально смотреть на вещи. Но это еще не все. Мне кажется, мы должны четко зафиксировать, что Путин всех переиграл. Если на момент распада Советского Союза в 1990 году, боже, да мы, как давно это все было, в Европе было 300 тысяч американских солдат. На момент до начала так называемого украинского кризиса, ну, когда Мишка начал подрыкивать, было 42 тысячи американских солдат, а теперь 75. Это видео будет посвящено, конечно же, в первую очередь Германии. И да, Альянс отреагировал очень жестко. Смотрите, уже появились такие шутки, что если когда-то Путин приедет в Украину, он очень удивится, потому что все в Украине ходят с гранатометами. Американскими, английскими, с джавелинами и одноразовыми типа муха. Только мощнее и интереснее. Так вот, к одному из моих видео последних Арчер оставил вот такой вот прекрасный комментарий. «Скажите, кто с немцем, що договір Молотова-Риббентропа вже втратив чинність». И об этом я предлагаю сегодня поговорить. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Ну и будьте как Арчер. Комментируйте это видео. Соглашайтесь, спорьте, дискутируйте. У нас в Украине, конечно же, отношение к Германии, ну, мягко говоря, стало очень и очень неоднозначным.
Я с Арчером, конечно же, соглашусь, что договор Молотов-Риббентроп, он действительно уже устарел. И тут главное в чем дело, что для его реинкарнации не хватает Риббентропа. Молотов есть, Сергей Викторович Лавров, передаю вам привет. Ни слова об Украине без Украины. Есть такая традиция на этих пресс-конференциях всегда давать слово журналистам из Украины. Я думаю, что нужно объединить мем и традицию. А Риббентропа нет. И, конечно же, Германия сейчас занимает самую неоднозначную позицию в Альянсе. Они всячески демонстрируют, что готовы за диалог, в общем, за мир во всем мире и так далее. К чему это все приведет? Я вам объясню. К уменьшению немецкого влияния в Европе. Еще раз, внимание. Мы знаем Германию современную как локомотив экономически Европейского Союза. Не просто так мы здесь, на этом канале, вы уже на него подписаны, неоднократно использовали такое словосочетание, как Ангела Меркель, бабушка всей Европы. Потому что вся экономика во многом была завязана на Германию. И когда кто-то говорил, например, мне, что вот венгры — это агенты Путина, ну, венгры как государство, конечно же, я говорил, что ничего подобного. Потому что посмотрите товарооборот Венгрии с Россией и Германией и поймете, что рулит в ключевых моментах все-таки Германия, потому что там основные рынки, там основная кооперация. И вот сейчас, когда Мишка начал рычать, это я так Владимира Владимировича Путина ласково называю, потому что, вывалив свой ультиматум Западу на тему «собирайте вещи и валите на рубежи 1997 года», то есть выгоните из НАТО новых членов, что получилось? Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Болгария. Ну, венгры пока промолчали, но у них мнение в вопросах безопасности точно такое же. Что произошло? Все эти государства сразу начали ориентироваться четко на Вашингтон, как и мы. Не потому, что мы так любим американский флаг или там бургеры, или еще там что-то, ну или айфоны, или Тесла. Нет. Потому что получается, что тогда бабушка всей Европы занимала такую вот извилистую позицию на вопросах безопасности, а теперь такую позицию занимает, соответственно, новое правительство Германии. И вот я вам это не показывал, хотя я делал разбор пресс-конференции Лаврова и Анналены Бербек в Москве. Они встречались, и, соответственно, там был подход к прессе. Но там есть один такой маленький момент, который очень четко показывает, а что вообще происходит, что там у немцев, чем они живут, почему они фактически, ну, сами не готовы оказывать военную помощь Украине. И самое главное, вот тут они, конечно, реально поступили как подлюки, они блокируют эти поставки по линии НАТО. Хотя на двухсторонней основе, конечно же, это работает. Из стран, которые слишком напряглись от действий Путина, я еще не упомянул, наверное, Словакию, ну и Чехию. Как вы думаете, почему чехи решили, ой, а не поставят ли боеприпасов украинской армии? Потому что все они теперь начали наконец-то догонять, что если, не дай Боже, что-то случится с нами, следующие они. Мы, конечно, исходим из того, что из аксиомы Украина была ей будет. Но согласитесь, в рамках Путин всех переиграл. Пока еще ничего не произошло. А оружие западного в Украине стало больше, значительно высокотехнологичного. Это хороший знак. Хочешь миру? Мира? Готовься к войне.